Наиватмано прабхурайам нижалабхурно. Наиватмано прабхурайам нижалабхурно. Манам жанад видушо курно бринити. Жаджад жано бхагавати видади томанам. Тача атмане пратимукхаша жатха мукхаси. Наиватмано прабхурайам нижалабхурно. Манам жанад видушо курно бринити. Яд яно бхагавати видади томанам. Тача атмане пратимукхаша жатха мукхаси. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур. Он сказал, нет ничего в этих 14 мирах, что может привлечь вайшнава. Нет ничего такого, что могло бы привлечь вайшнава во всех этих 14 мирах. Поскольку самое привлекательное — это лотосные стопы Бхагавана Шри Кришны, они находятся в его сердце. Actually, point is there. The lotus feet of Bhagavan Sri Krishna is there inside the heart of a Vaishnava. На самом деле, лотосные стопы Шри Кришны, они находятся в сердце Вайшнава. И согласно Бхагаватам, если мы будем изучать Веды, Веданты, Упанишады, Бхагаватам, Пураны, если мы это запомним, будем совершать аскезы и покаяние, но нет гарантии, что мы станем успешны. So, the easiest procedure to, get the full kripa Bhagavan Krishna. Самый простой путь, чтобы обрести милость Бхагавана Кришны, это по благословению гуру и вайшнавов. Если они будут довольны нами, то тогда все возможно. If you go through Ved, Vedanta, Upanishad, Bhagavatam, Purana, you can do anything you like. But if you can glorify the name of Guru Vaishnava, it is very quickly. Бхагаватами все смежные писания, следовать им, то это хорошо непосредственно. А если мы будем прославлять Гуру Вайшнава, то этим мы гораздо быстрее и проще достигнем нашей наивысшей цели. В писании говорится, что никто не может купить Кришну, но вот это слово говорит о том, но так или иначе мы можем очень просто достичь Кришны. И как, если мы сможем служить чистым вайшнавам, мы сможем прославлять их, имена гуру и вайшнавов. Это самый простой путь. На самом деле, сегодня день явления Лочандас Такура. Лочандас Такур, actually, no details we can find about Лочандас Такур. There is nothing written. О нем практически ничего не написано подробно. Only this much written. Написано только о том, что он явился в деревне. Гускара, с Бардаманом, там деревня Гускара, 5 километров там вглубь, где-то там. И с самого рождения он был чистым преданным. У него были все признаки преданного. И в возрасте 7 лет, он 17 лет, он написал читание Мангала. That you can get.
And actually he was the disciple of Narahari Sarkar Thakur. И он также был учеником Нарахари Саркар Такура. Narahari Sarkar Thakur is a Madhumati Chamarad. In Brajalila, Narahari Sarkar Thakur is a Madhumati. Вот в Раджа-лиле он Мадхумати. So this much we can know, but actually point is there. We need to discuss in details about Sadhu Sangha. Но так или иначе мы должны говорить о Саду Санге более подробно. Почему мы должны соблюдать день явления Гуру Вайшнавов, их дни ухода и прочее. И вот Шрила Прабхупада говорил, и Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил, что есть два аспекта. One is ontological aspect. То есть первый это онтологический, а другой морфологический. So Парамвиджа Кешава Госвами saying, Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит. Шрила Прабхупада тоже говорит. My Guru Maharaj was interested to discuss about Siddhanta and Tattva of that Vaishnava. Что Мукхутев, он говорил о Сиддханте, о Таттве, об онтологическом аспекте того или иного Вайшнава, поскольку если вы осознаете эту онтологическую форму Вайшнава, его Ванисвауп, и тогда вы получите настоящее общение с ним, тогда вы сможете обрести его милость с помощью этого общения, если вы поймете его учение о том, if you can stay long что away from a Vaishnav, still you can. Проповедовал if you по своей жизни. Vani, то есть если вы находитесь, doing an association. This is called actual association. Всегда actual association находитесь с Сиддхантой, с учением этого Вайшнава, это есть настоящее общение. You are staying with that Vaishnav, means you are staying with the Siddhanta and Tattva. То есть если вы следуете учению этого Вайшнава, это есть настоящее общение. Иначе просто физически быть рядом это недостаточно. Вот лотосные стопы Вайшнава. И вот и пыль с этих лотосных стоп, вы знаете. That it is the ultimate goal of our life to become a dust particle of Rupa Goswami path. Наша высочайшая цель жизни стать пылинками на the other day I was speaking about Guru Vaishnava. I'm in the mood of bhakti, how to do good association. This the other day I was discussing, and coming day I mean next Ekadashi I can discuss about вот следующее Ekadashi я объясню этот стих не сейчас today how we can get pure association. Сегодня тема о том как обрести чистое святое общение. So ultimate goal of и вот наша наивысшая цель жизни это стать пылинками пылинкой на лотосных стопах Рупа Госвами Пада. Asa moho charno renu jusa maham sam Vrindavane kimapi gulmalatao sudinam Jadustajya sajjana majya patancha hitva Bheju mukunda padavim sutivim vinigram. Sila Uddhavji Maharaj speaking. What Uddhav говорит. I want to become a dust particle of Vrindavan. Я хочу стать пылинкой во Вриндаване. Vrindavane kimapi gulmalatao sudhinam. I like to become a dust particle in Vrindavan. Я хочу стать пылинкой во Вриндаване, чтобы я мог получить милость Гопи и Радхарани. Это after a long tour, Uddhav. Это моя цель. И вот Удов, после того, как он бродил по многим-многим местам, он принял такое решение. И вот, so то есть так много пыли здесь и там, какая польза от нее. А в трансцендентном мире эта пылинка, она гораздо важнее, чем все материальные миры. Не можем понять этого. То есть, любая ценность в этом материальном мире,
In this infinity world, there is nothing such valuable no, like one dust. Ничто не может сравниться с How is that possible? С частью, даже с мельчайшей пылинкой трансцендентного мира. Can you give evidence? Как? Yes. Как это доказать? Какое доказательство есть? If you understand mathematics, basically, и вот если вы понимаете математику, простой достаточно, я могу привести такой простой пример. If you put zero in middle, zero, если, вот middle, начнем считать с нуля, if you go positive side, then plus если в положительную plus сторону plus считаем plus 1, 2, 3, 4, 5 и прочее, go ahead. And the valuation you can get more. То есть и с каждым side, числом go, значение увеличивается. Go, а если в негативную сторону считаем, то есть в минус, one, минус two, один, минус два, минус три. So, и чем больше число, тем меньше значение соответственно. Как, например, минус один или минус тысяча. This total material world is negative world. И вот этот материальный мир, он такой негативный мир. И Шрила Прабхупад говорил, что этот материальный мир — это искаженное отражение того трансцендентного мира. Это такой негативный, отрицательный мир. То есть может что-то имеет значение для нас в этом мире, но относительно Гуру Вайшнавов их ценность всего этого материального очень низка. И вот однажды Шрила Прабхупад отправился в Восточный Бенгал, тогда это была еще Индия, а сейчас Бангладеш, и вот Шрила Кешав Госвами Махарадж, Винод Бабу, он был в той деревне. И вот они все вечные спутники Шрилы Прабхупады, но так или иначе являли такие лилы. И вот однажды Шрила Прабхупад отправился там, он говорил харикатху перед большим собранием. И Шрила Кешав Госвами Махарадж, он узнал, что великий святой приезжает, Бхактисиддханта Сарасвати, и вот я должен, несомненно, быть там, получить даршан этого вайшнава. И вот он из своей деревни приехал, он увидел такого могущественного вайшнава, такого прекрасного, он слушал харикатху. И он очень вдохновился. И вот через какое-то время Шрила Прабхупад произнес такую фразу, что я могу принести в жертву тысячи жителей этого мира, чтобы ради мельчайшего интереса Шри Кришны. И вот Шрила Кешав Госвами Махарадж очень был смущен, как он такой великий вайшнав, что говорит, как это возможно, что он может принести в жертву весь мир ради малого интереса трансцендентного мира Кришны. Как это возможно? Он не мог понять, вот он думал. И вот после этого, по милости Шрилы Прабхупады, он вечный спутник Шрилы Прабхупады, он осознал, что это естественно, поскольку этот весь мир, он негативный, отрицательный. То есть мы можем думать, что имеет какое-то значение, но на самом деле значение не имеет и сравнения с даже мельчайшей частью трансцендентного мира, он мало, гораздо меньше, и поэтому он понял Сиддханту Шрилы Прабхупады. Сейчас вопрос в том, как мы можем совершать общение с вайшнавами, саду-сангу. Как общаться с вайшнавами? Каким образом? И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он много говорит о саду-санге. Саду-сангер пранали вичар, саду-джано-санго, topmost article, evolution. И вот он написал вот эту статью, но никто, мало кто изучает эту статью, хотя она очень важна, как совершать достойное, правильное общение. И вот
смотрите, как, как можно получить общение с вайшнавами. Разве это возможно? Когда в Чайтанья Чаритамрите говорится, саду-санга, сарва-састе кой, лава-матту саду-санге, сарва-сиддхи хай. It is written in Chaitanya Charitamrita. Читание Чайтамрите говорится, что все писания говорят о славе Садусанги, и даже мельчайшие части секунды Лавамадры достаточно, чтобы обрести все совершенство. Сарвасиддхи значит все совершенство. То есть нет никаких совершенств, каких мы бы не могли бы получить от Садусанги. Объяснение, данное Шрилой Бхактивинода Тхакуром, Шрилой Прабхупаде, Сарвасиддхи, значит, это самые значимые вещи, даже Кришна Према мы можем обрести. То есть Сарвасиддхи значит все совершенства, и даже Кришна Прама, которая и является наивысшей целью всех живых существ, вот в этой жизни или в следующей, то есть это наивысшая цель, и нет никакой альтернативы, нет никакого выбора. То есть, ну, если вы хотите совершить баджан, то есть это единственное, то есть Кришна баджан это единственная цель, то есть это единственная цель в нашей жизни. То есть мы можем понимать это и следовать, либо нет, но это единственная цель. И вот даже Кришна прама мы можем обрести через общение с вайшнавами. Но это общение должно быть совершенно, иначе невозможно. Я могу привести пример, чтобы вы поняли. В Бхагаватам, в других писаниях говорится: сасанго прапати пунгвира бхувира сукрити пурва санчитвай. In your stock, если у вас достаточно сукрити, вы накопили достаточно сукрити из своих прошлых рождений. И вот если вы накопили достаточное количество рождений за рождением, и это сукрити, оно даст вам поддержку, силу, с помощью которой вы можете получить общение с вайшнавами, не из-за ваших денег, власти или еще что-то, этого недостаточно, только сукрити, огромный запас сукрити, накопленный с прошлых рождений. И вот Туласидас, я говорил в прошлые разы, он говорил о том, Тарай на кой Рам кипа бину сулабу на суи Рам кипа бину сулабу на суи. So you like to get Vaishnava association, but вот, by the mercy of Rama, by the mercy of Krishna, общение с вайшнавами, то только по милости Рамы, по милости Кришны вы можете получить их общение. То есть с помощью каких-то материальных заслуг это невозможно, но будьте уверены, что без общения с чистыми вайшнавами вы не можете выбраться из этого материального мира. Этот океан материальный. Вы не можете пересечь его без правильного руководства. Кришна кипа из инфинити. Кришна-майя, Кришна-майя тоже как Кришна-крипа, она бесконечная, так и майя Кришна, она тоже бесконечная. Юга-майя, Маха-майя, это тень Маха-майя. Но если Юга-майя бесконечна, то ее тень Маха-майя, она тоже бесконечна.
So you cannot cut this Maya. И вот мы не можем взять, как-то избавиться от этой майи. И вот в различных киртанах говорится, Лочин Дастаку на этом Дхаране дали нам множество киртанов. Майяре Курия Джой, Майяре Курия Джой, Чарану Наджай, Саду Гуру Кипа Винан Надеки Упай. Я не вижу никакого пути. Только по милости святых, по милости саду, по милости гуру. Это единственный путь. И вот я могу привести пример. Какой пример? Да, я могу много примеров привести с разных писаний. Now, lava mean is one small interval of time. Lava это некий промежуток времени. Это секунда, разделенная на 11. If one second is divided by 11, that much time is more than sufficient to give you a momentum. Этого времени достаточно. More than sufficient. Мы достигли трансцендентного мира. Не просто достаточно, а более чем достаточно. Чтобы достичь Галоки Вайкунтхи. И вот это очень важно. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура приводит пример. Очень замечательный пример. Один пандит, он очень эрудирован в Веданте, в Упанишадах и прочим. И вот он дает лекции. И у него тысячи последователей. They are learning so many things from him. So big pandit. И вот этот пандит. Now he is sitting inside his room, bhajan kuti. Сидит в своей комнате. Varanasi. Varanasi. Have you been to Varanasi? Вы были в Варанаси когда-то? Nobody. Varanasi. Ну, кто-то был, кто-то не был, но я был несколько раз. И вот Варанаси — это место Шанкара Бхагавана. Махапрабху был там, и вот на берегу Ганги. Bhajan kuti is there. Там Баджан Кутира, его, и этот майавади, он совершает баджан. Вот он сидел, совершает баджан, то есть там комната такая, ну, келья, маленькая очень. И вот совершает баджан согласно своей процедуре. И вот он смотрит один вайшнав. Идет и на караталах играет. И вот, в общем, идет и поет. And dancing, и танцует, sometimes falling down, и от экстаза он иногда падает, он плачет, слезы катятся у него из глаз, и вот такой экстатический киртан он совершает. И вот этот майявади смотрит, что такое, он полный любви, он воспевает, зовет имена Верховного Господа и идет. Это давно достаточно было, где-то 400-450 лет назад, в то время, даже в то время они узнали имя Махапрабху, но сейчас забыли, к сожалению, поскольку мы не проповедуем достаточно. Мы вначале должны разрушить эту майяваду, но не делаем так или иначе. И вот в то время имя Шри Чайтанья Махапрабху было им известно, поскольку Пракашананда Сарасвати, он был великий ученый, evolution took place in Varanasi, Mayavadi belt.
принял прибежище в Чайтанья Махапрабху, и там об этом все знали. И вот так или иначе, Майавади видит, Вашнав проходит. Вы знаете, что Даршан Вашнав очищает. Вы можете принести принять омовение в Ганге и очиститься как-то. Но если вы увидите Вашнава, просто увидите. Очиститесь больше, поскольку Вашнав он больше, чем огонь или солнце, или бог огня, или солнце. И вот, смотрите, вот он посмотрел на него, ну, он мимо как проходил, то подумал, что неплохо бы встретиться с ним, что-то спросить, поклониться, и потом подумал, что я ачарья, тут роль гуру играю, у меня десятки тысяч учеников, последователей, кто-то увидит, будет критиковать. И потом он подумал, нет, все-таки надо пойти. Но потом подумал опять, а может не надо, и вот он пока думал, идти или не идти. Ну, в общем, пока он надумал сам встретиться с этим Вайшнавом, он уже пропал из виду, поскольку в Варанаси очень маленькие улочки, в какую он свернул, очень тяжело найти. Вот, в общем, вышел, искал, звука уже не было, было достаточно поздно. И вот он сокрушался, что я упустил такую возможность, хотя я Майавади, но все же Сиддханту я знаю, что это что то состояние, в котором он находится, это наивысшее состояние баджана. И я не смог получить, не смог встретиться с ним, и вот он... Жалел, пока, но также, когда увидел этого Вайшнава, услышал звук его киртана, хотя комната очень мала, буквально там долю секунды он проходил мимо, но вот согласно этой шлоке, то есть немножко-то получилось садусанги, и... И поскольку он получил такую, ну, даже незначительную часть садусанги, какая-то эволюция случилась в его сердце. И вот он начал утешаться, уже, но так или иначе, он почувствовал, что ему очень нужно отправиться в Навадвипу. И кто вдохновил его идти в Навадвипу, вот этот Вайшнав, который буквально... Малую часть секунды он услышал и видел его, и он решил, что я один отправлюсь в Навадвипу. И вот так или иначе он отправился и дошел до Навадвипы, принял омовение в Ганге. И он искал, где же эти чистые Вайшнавы. И вот он спрашивал людей, где я могу найти Вайшнавов, и вот ему сказали, что идти в Гуду. Там Бабаджи Махарадж, Парамхамса, Бабаджи Махарадж, ты можешь идти к нему. И вот он увидел этого Парамхамса, Бабаджи Махараджа, он получил его даршан. Он пришел очень рано утром, когда Бабаджи Махарадж в Мадхавилата Кунджи находился. Он размышлял о лилах Шри Радха Говинды очень рано утром. И Бабаджи Махарадж находился в такой медитации. С закрытыми глазами совершал харинам, он ушел. То есть он уже был там во Вриндаване, во всем своем уме совершал саву. И этот Вайшнав принес ему полный распростертый поклон и начал плакать, что, пожалуйста, благословите меня. И вот он открыл глаза, увидел какой-то саньяси. Приносит ему свой распростертый поклон, и он начал говорить, что саньяси, ты кланяешься мне. Он обнял его.
Bas, that Vaishnav, это было, было достаточно. Kipa, он благословил его. И после этого он принял решение находиться с этим Вашнавом. Он принял Харинам от него. Он отправился в Нарисимхапали, чтобы Нарисимхананда Брамачари даршан получить. Вот этот Нарисимхананда Брамачари был гурудев этого Парамахамса Бабаджи Махараджа. Он получил Харинам, получил дикшу и получил Вяш, значит, Бабаджи Вяш от этого Бабаджи Махараджа. То есть он поменял свою Майяваду Саньясу на Вайшнавскую Саньясу. И вот это шлока, она полностью совершенна. Если мы правильно следуем его, следуем ей, то мы получаем настоящее благо. Если следуем неправильно, то, то есть благо не получаем соответственно. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто под именем Харибаджана и Харикатхи, те, кто обманывает людей, а мы... Обычные люди, они хотят быть обмануты, поэтому нас обманывают. Мы хотим быть обмануты, поэтому обманываемся. И кого же обвинять в этом? The other day I was speaking. Вот в другой день. Then you can get kripa, you can get association according to the degree of your According to degree of inclination. Я говорил, что мы можем получить милость согласно степени нашего самопредания. Если у нас нет искренности, то, соответственно, мы не сможем получить чистое святое общение. Поскольку по милости Баладева мы можем получить это святое общение. Рамы и Баларам, они не отличны. So by the mercy of Balarama, вот, we can get милости Баладева мы можем получить святое общение. And Narada Bhakti Sutra, it is written. Narada Bhakti Sutra говорится. It is written. It is inevitable. Это неизбежно. Naraji Maharaj speaking. Omogo, omogo, omogo means it is 100% successful. It should be. It must be. Это, говорите, что это неизбежно, это будет на 100%, поскольку осознанно или неосознанно. Если вы примете очень сильный яд, то вы не знаете, что это яд. Но так или иначе, этот яд он окажет свое влияние на вас, так и амрита, нектар. Giving hand inside fire. То есть как какой-то ребенок, если он сунет руку в огонь, он обожжется. Независимо от того, знает о том, что он обжигает огонь или нет, так и сатсанга, она неизбежна. Ваше сердце изменится. То есть это неизбежно. And bhakti, I can discuss all about details about bhakti, his category. Могу говорить о бхакти, его уровнях бхакти, о степенях, категориях, положительных, отрицательных сторонах. But bhakti is also so rare. Но бхакти, она тоже настолько редко, оно крайне редко. Судурлоба. Сатсанго, судурлоба. Агамьо, амагасчо. В этой сутре написано Нарада. Амаг, она подобна молнии. Last time, when everything is failure, then after he applied his so. Strongest. Сравнение с тем, что Индра, когда хотел убить Ритрасову, он пытался разными видами оружия, но только ваджра, эта молния, она помогла. Капи патре прокасита бхакти. Капи патре прокасита. Прокасита бхакти стрилинга. Бхакти, она трехсложная, согласно санскритской грамматике. Она состоит из трех составляющих. Капи патре прокасита. It is a matter of chance. Это who can get bhakti, who cannot bhakti, who can get 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 bhakti, who can get
гарантии, это очень редко это находится во власти удачи. Капи-патра, значит, что может кто-то сможет обрести, а кто-то не может, это вопрос его удачи, случайности. И вот, так или иначе, Шри Чайтанья Махапрабху в Санатана Шикши, он говорит со Санатане. You can find that Chaitanya Mahaprabhu giving so much example. Вот Чайтанья Махапрабху приводит много примеров. И вот следующий пример. Chaitanya Mahaprabhu giving example that one day однажды Нарада Махарадж он отправился to some place. Куда-то. Тривени, где Ганга, Ямуна, Сарасвати, в Аллахабаде, он пошел тем путем через лес, вот это Тривени. И вот он нашел один этот олень, полумертвый лежит. Кто-то его убил, но не до конца. Вот идет дальше какой-то там этот. This way, while he was going more and more, павлин в таком же состоянии. Идет, и тут кто-то кричит на него, что ты туда идешь. Смотрит какой-то охотник с красными глазами, черный весь. Он спросил, что случилось? Ты виноват. Я не могу там животных пристрелить. What's that? А я пришел. Ты их убил. Я видел, ты там свинью убил, этого оленя убил, да, я. Ах, это ты? Ну да, я. Я убил с такой гордостью, говорит. А почему ты наполовину убиваешь? Ну, что? Почему ты не убьешь полностью, чтобы не страдали? А твое какое дело? Полностью их убивай или не полностью? Но поскольку ты их наполовину убьешь, они страдают. И ты в следующей жизни получишь эту самую боль. Что? Да. Когда ты убиваешь кого-либо, какого животного полностью убиваешь, иначе они чувствуют боль, эта боль вернется к тебе. Но это мой отец, он научил меня этому. То есть, если они страдают, я наслаждаюсь этим. Мой отец научил меня таким образом. Таким образом, я вот так их убиваю. Но ты дай мне обет, что не будешь их убивать наполовину, убивай их полностью. И вот так или иначе. И вот когда он слышит, что эту боль ты будешь получать в следующей жизни, то он услышал и задумался, что жизнь за жизнью будет получать те же страдания. И вот получив даршан Нарады, ее сердце очистилось. Вот согласно этой шлоке. И он спросил, как я могу... Спастись от этого. Ну, тогда разбей лук и стрелы. И как я могу добывать себе на пропитание? Не беспокойся, я организую все для тебя. Ты можешь все послать, да, но сначала сломай свой лук и стрелы, и потом... Go now, take bath in Ganga. Сделай. И вот иди, прими омовение в Ганге. Он пришел, принял омовение в Ганге. Очистился. Его жена. Они тоже, она тоже решила принять Харинам от Нарада. И вот после этого они построили какой-то баджан-кутир маленький. Very small kutir, baджан-кутир. They started doing baджан. И вот они начали совершать баджан. And by the mercy of Naraji Maharaj, by the mercy of Махараджа, Krishna, по милости Кришны, they are getting daily from different village people. They are coming. Люди мимо проходили, ну, давали им какие-то пожертвования.
там рис, дал овощи, фрукты и прочее. Они стали вайшнавами и вот начали их уважать и давать какие-то пожертвования. И вот потом с Парват Муни Нарада мимо проходил этого места, опять вот какой-то преданный, и вот этот преданный, он хотел поклониться Гурудеву, но перед этим он начал свою одежду очищать место, чтобы не задавить насекомых, которые там могут быть. И вот перед тем, как кланяться, он начал так их убирать в сторону. И вот Нарада Махараджа говорит: посмотри, вот этот преданный ему ученик. А почему он подметает это место, где хочет поклониться, поскольку не хочет убить даже муравья? Вот такой милостливый стал, да. То есть вайшнавы. Посмотрите, с общением с вайшнавами он развил такое качество в себе. То есть не может убить даже насекомое. И вот Нарада спрашивает: достаточно просады получаешь? Да, достаточно. Мы не успеваем съедать, посылай поменьше, пожалуйста. Вы можешь раздавать, не обязательно так храните. И вот Нарада благословил его, и Чайтанья Махапрабху сказал: смотри, и вот он так получил общение Нарада Махараджа и Боли Махарадж. Почему Боли Махарадж стал Махаджаном? Поскольку он получил общение от Прахлады Махараджа. Он принял учение Прахлады Махараджа, и поэтому мы считаем Бали Махараджа как Махаджана. Иначе кто будет считать Махаджана? И вот я хочу вернуться к этой шлоке. Krishna Dikshad Shikshanam. Then all in details I can discuss next day. Adho Guru Padasri. In his writing there in Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami was speaking, Adho Guru Padasri. First of all, you will have to take shelter under the lotus feet of Guru Padma. Вы должны принять прибежище лотосных стоп Гуру Падмы. Before starting Krishna bhajan, перед тем как начать Кришна баджан, вы должны принять прибежище у чистого вайшнава, у Гурудева. But point is there. Но суть в том. Adho Guru Padasya Tasmad Krishna Dikshadi Shikshanam. Association. Общение. Preliminary Vaishnava Association is most important. I mean, Vatma Pradarsak Guru. То есть есть такой Vatma Pradarsak Guru, то есть подобно тому, как Чинтамани. Она с одной стороны, она была одним словом своим показала путь для Билла Мангал Такура. И таким образом Билла Мангал Такур, он Чинтамани, show me the way. Думал, что Чинтамани показала мне путь. So after that, и после этого моя жизнь First изменилась. То есть, и в жизни Нарады Махараджа то же самое случилось. In the life of Naraji Maharaj, same thing happened. I mean, Sadhan Siddha Narad, Nitya Siddha Narad. Sadhan Siddha Narad и Nitya Siddha Narad. То есть, такое запутанное Сиддханта. То есть не путайтесь в ней. Наради Махарадж. И вот Нараджа Махарадж. Same thing happened in his own life. То же самое случилось с ним. Wow. И как? He was so addicted, the attraction was there. He was feeling for his wife. Он был очень привязан к своей жене. Previously. В своей предыдущей жизни. But suddenly, one day, так или иначе, внезапно heavy raining. Был сильный дождь.
thunderbolt, heavy raining. Молнии были. But Narad и... got that Tulsidas. I am speaking about Tulsidas. Now I am not speaking about Narada Maharaj. I can speak не something про Narada, about Narada Maharaj. Tulsidas. Tulsidas ji. Tulsidas ji. He was feeling strong attraction for life. Он чувствовал, ну, сильную привязанность к своей жене. И вот ночью он не мог там далеко от него быть. И вот он пошел к нему. Пошел к дому его, ее отца. И вот ночью он пошел. И когда он зашел в эту комнату, его жена очень разгневалась. Почему ты пришел? Вот и такая погода плохая. Ты бестолковый, бесполезный. Глупец. You should feel attraction from Ram. Притяжение ко мне чувствуешь. Твоя привязанность должна быть направлена на Господа Раму. И вот он. И вот тогда он решил, что да, действительно. И вот он оставил свою жену, свою семью навсегда. И вот с того момента эта жена, она сыграла роль Ватма Падаша Гуру. То есть гуру, указавшему путь. И вот общение вы можете получить. То есть это такое, ну, начальное общение, можно сказать. Слушаем харикатху, слушаем киртан, посещаем святые места. И после этого, когда мы получили такое начальное общение, предварительное общение, вот согласно Гауди Сиддханте, последние 20 лет мы ходим в Гауди Мат, смотрим арати, ну и также в то же время живем своей повседневной жизнью, но вы не чувствуете, что нужно принять прибежище у вайшнава, у гуру. Вы не чувствуете этой необходимости. И тогда Вишванатха Чакравати Пад говорит, ваше общение, оно несовершенное. Вы идете в матхи, смотрите на арати, но не чувствуете такой острой необходимости принять прибежище у гуру вайшнава. Согласно Сиддханте, ваше общение несовершенно. Если вы совершаете совершенное общение, то вы сразу почувствуете острую необходимость принять прибежище у гуру вайшнавов, и это признак того, что вы ваша садусанга на истина. Иначе другие желания – это не результат настоящей садусанги. If you feel the urgency, это острое желание, причем не просто как когда-нибудь там в будущем, а вот именно сейчас, прибежище лотосных стоп гуру вайшнава, это есть последствия настоящей садусанги. И также нечто важное. А также под именем Харибаджана и Харикатхи, те, кто обманывает людей, а мы, обычные люди, что мы хотим быть обманутыми, поэтому обманываемся. И поэтому Шрила Бхактивинодаку предостерегает нас, не будьте заняты, чтобы принимать прибежище Гуру Вайшнавов. Это обязанность Баларама. Отправить Садгуру в вашу жизнь.
и вы получите связь, поскольку Нитянанда не может обмануть вас. И вот согласно вашему предыдущему запасу сукрити, вы обретете гуру. Несомненно, вам не надо торопиться и принимать прибежище у первого попавшегося гуру. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, вы можете помнить Адо Гуру Падашрая. Первое – это Гуру Падашрая. Но мы не можем понять полностью значение этого. Мы слышали, что вот противоположное, что сначала нужно принять прибежище, потом практиковать, совершать служение, баджан и прочее. Мы, это естественно. То есть обычно мы можем видеть такую процедуру. То есть некоторые приходят, принимают прибежище у Гурудева, не разобравшись, кто есть кто. Но это не совсем правильно. То есть если вы... То есть гораздо лучше, если сначала узнаете, кто такой Гурудев. То есть как в Махабхарате, в Рамаяне. Вы можете видеть... Girl, they are going to choose their own husband. То есть там обычай такой был вот на собрании с девушкой, они выбирали себе мужа. Honored people they are coming, then that that daughter, и вот так daughter of the king. She has his right to choose his own, у дочери царя было такое право выбрать себе мужа. Это было такое процедура. И вот мы в Бхагаватам много раз видели, что Кардам Риши, он совершал баджан. Помните? Кардам Риши совершал баджан. Очень такой серьезный баджан совершал. Манупутри Девахути. Манупутри Девахути. Она была дочерью Ману. Daughter of Manu. He heard something about. Она услышала что-то. He heard something about Kardam Rishi. О Кардаме. From Narajima. От Нарады. Kardam Rishi. He heard about Kardam Rishi. He heard about Kardam Rishi from the lotus pond of Naraji Maharaj. And she took decision to get. И вот она решила быть его женой. И вот она приняла такое решение, что я буду женой вот Кардама Риши. И этот Ману Махарадж, он на своем этом самолете, в Вимане, отправился к нему в его обитель и рассказал, вот так и так, вот моя дочь как-то узнала тебя и решила быть твоей женой. Принять себя в качестве мужа и Сита Деви. Сита Деви, you know her? There is big Sava. Then Sita Devi took decision to accept Рамы. Она приняла решение. Рукмини also same thing happened. Быть женой Рамы, Рукмини также. И вот таким образом. It is good. Это хорошо. То есть, что сначала узнать, кто такой Гурудев. Если вы привлечены этим Гурудевом, его харикатхой, его ачарам, его личностью, и тогда нужно принимать дикшу. То есть вначале вы должны в уме принять его как гуру. В Махабхарате, в Рамаяне такие примеры приводятся. We know, что мы знаем много примеров. That lady took decision to accept that king as his husband. Что это какой-то... But by that time, their husband, that man is already dead. Then she become widow. She said, why you are widow? I accepted him. То есть там такой смысл. This is the Indian culture, very strong. А насчет Махабхарате такой случай приводит, что девушка выбрала себе мужа, муж умер как-то.
вдовы в итоге осталась. Хотя фактически она еще не вышла замуж за него. Но поскольку у нее приняла уже его в качестве мужа, то ну, по индийской традиции второго мужа у нее уже не может быть. И поэтому вдовы осталась. И вот так, если вы приняли гуху, то есть это решение должно быть стопроцентное. Что именно эта личность, это моя гуру. И тогда вы можете принять Кришна дикшу. А дикша это долгая процедура. Дикша это то, с помощью чего вы получите полностью раскрытое сознание, дивья гьяну, полное то есть сознание в высочайшей степени дивья гьяну. И в итоге вы обретете Кришна прему. Дикша – это долгий путь. Харидас Такур говорит таким образом. Харидас Такур also speaking this way. Также Харидас Такур говорит, и вот когда он совершал ваджан в Бенаполе, Бенапол – это место. Just now you can find this Бенапол, this spot in Бангаон. One border place, Bangladesh and India. То есть это место между Бангладешем и Индией, на границе Бенапола. Харидас Такур was doing Харинам, 3 lakhs Харинам. Харидас Такур совершал 3 лакха Харинама там. Almost forest is практически в лесу. Туласи Манча is there. Туласи росла. And Харидас Такур вот он сидел рядом с ней и повторял 3 лакха Харинама. He is doing Харинам day and night. Вот день и ночь. Then one, вот, I mean, very, very jealous personality, his name is Ramchandra Khan. Вот, был там Рамачандра Кан, он был очень завистливый был и решил показать всем, что, ну, Харидас Такур такой. So he called one cross and took decision to take her. Ну, Jola, I can give you big amount of money. You can go to Haridas Thakur night time. Показать, что он ничего себе не представляет. Он подкупил проститутку, чтобы она пошла к нему и пошла соблазнять его, чтобы он потом пришел, поймал их и сказал, что вот он без бессовестный Харидас Такур. Харидас Такур night time. И вот эта Лакшми Хира пошла к Харидас Такур ночью. В общем, вот что ходила, к нему ходила, Харидас Такур говорил, подожди, подожди. Ты хочешь меня хорошо? Подожди сейчас, я вот закончу Харинам, повтори, что там немножко осталось, вот, сиди, слушай пока. Да, общение, что значит общение? Association means, Gopinath Thakur explains this. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет это термин общения, значит, если у вас есть некая привязанность, then you can give some association, can get some association. То тогда вы можете общаться с этим человеком. Any person or any object, if you are attracted, то есть если вы привлечены чем-то, тогда то есть это обмен такая прити. Дадати, пратигиняти, причати, гуджамакчати, бхумте, бхаджате, чайва, саравидо притиракшанам. Speak sixfold. И вот шестисложная прити минимай. Обмен любовью, чувствами, прити. То есть есть шесть видов общения. Рупа Госвами описывает. Дадати, пратигиняти. You can give something of the love to somebody. Давать что-то с любовью и you are accepting something, so something from somebody. Принимать что-то. Дадати пратигиняти. Причати, you are asking something very secret thing. Причати, гуджамакчати. Гуджамак, you are going to hear something from me. Что-то слушать и, ну, обмениваться мыслями, скажем так. You are speaking some secrecy of что-то your life. Говорить о сокровенном своем сердце и слушать от него. Бхумте бхаджате, you can give something. Давать что-то. To him, so that he can go and offer to Krishna. Принимать что-то, но имеется в виду и еду. And you can get some prasadam from him. Also, this way you can six kind of exchange you can do with pure Vishnu. Преданными, чистыми вы можете принять.
общаться с вот этими шестью видами общения. И вот так или иначе, пришло утро началось, и вот она начала волноваться, что уже смотри, утро, ай, мы так и не пообщались с тобой, и смотри, но смотри, у меня посвящение есть, вот, и у меня обед есть, три лака харинама повторить, вот, поэтому пока я не повторю, ничего не могу делать, поэтому решение такое принято, поэтому... Подожди, завтра да, приходи и закончи. И вот она пришла опять, сидит, ждет. Вот я только закончу и начнем. И вот она полностью сидела, повторила харинам, она сидела, слушала. Вот так или иначе. Сидела и слушала харинам. И вот. И вот после этого ее сердце изменилось. Она приняла решение принять прибежище Харидас Такуру. И вот она рассказала, что вот тут вот этот Рамачандра Кан, он отправил ее, чтобы соблазнить тебя, и вот, но он сказал, что я знал это, я до этого еще увидел, а что ты не выгнал меня. Ну, я хотел спасти тебя, вот я дал тебе свое общение. И поэтому... Чистый Вайшнав, он то есть он может даровать свое общение всем обусловленным душам. И какой же путь? Как эти рыбаки, они рыбачат, когда у них есть крючки. То есть они на крючок сажают какую-то наживку и... Это рыба, она хочет съесть это и цепляется на крючок. И вот таким образом Шрила Прабхупад и проще Гуру Вайшнава, Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, они забрасывают разные сети и крючки, чтобы так ловить обусловленных душ и отправляют их на Голоку. This is the procedure. То есть это их такой путь привлекать тем или иначе разных джив. Махарадж в дальнейшем объяснит вот эти все шлоки. И вот так или иначе Шрила Прабхупад, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Дева Госвами Махарадж, все наши Гурварга Мадхава Госвами Махарадж, они куда бы либо ни шли, они бросают такую сеть и все эти. Ну, таким образом они привлекают свои харикатхой какими-то поступками. Иначе как-то возможно. Шрила Свами Махарадж по-другому проповедовал, очень уникально. Не все могут это понять. И вот Шрила Прабхупад говорил, что те чистые вайшнавы, они такой, они представляют из себя живую мридангу. Когда в Шриле Прабхупаде кто-то сказал, что у вас 64 матка по всему миру. В Англии один мат был там и там, и вот вы организовали 64 храма в своей жизни. А Шрила Прабхупад говорил, что я хотел установить гаудия-мат в сердце каждого. Не можете представить, в то время не было никаких телефонов, связи не было нормально.
как это Шрила Прабхупад каждый день публиковал Надя Пракаш, Гаудию каждый месяц, каждую неделю. Так много книг, так много статей, журналов. И также это на разных языках еще было. На английском, бенгали, хинди, арийском, ассамском и прочих. И как это возможно? Sometime opening exhibition in Allahabad. Иногда выставки он организовал в Аллахабаде, в Даке, в Хавре. You cannot imagine. This one kind of trap. Вы не можете представить, как это он делал. This one kind of trap to which the Prabhupada catch. Это делать для того, чтобы привлечь обусловленных душ тем или иным способом. Through which Guru Vaishnava. Это то, как Гуру Вайшнавы, они спасают этих, нас, обусловленных душ. Их жизнь была очень тяжела в то время, Гири Махарадж. They speaking that Prabhupada used to send me to train to different train, like hawker. Вот Гири Махарадж говорил, что Прасила Прабхупада отправил меня с Надей Пракашем, чтобы их распространял по поездам. Going to Baba Gauriya Mission, their head office, there he submit all papers, which he took from Mayapur. He submit all papers and letters, and took all letters and instructions from there, again running, again selling papers here and there, coming back. Грима saying, when I'm coming back, that is night time, almost 10 o'clock. Ну и так он. There's all fox and. Весь день он так распространял Надя Пракаш и еще параллельно ездил с Майпура до Калькутты, чтобы возить письма. Вот, а по дороге в то время было много лис, волков всяких. Возвращался ночью, было достаточно опасно. И вот, но так иначе они проповедовали. И вот. Суть в том, чтобы получить чистое святое общение, мы должны следовать наставлениям Шрилы Бхактивинода Тхакура. Вот это статьи Саду Сангха Пранали Вичара. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура спрашивает. Бхактивинода Тхакура always speaking this way. Another example I can give. So nice example. After Bhaktivinoda Thakur gone, in the year of 1914, и вот когда Шрила Бхактивинода Тхакур ушел, some so-called devotees they are coming and fighting with Prabhupada. И вот некоторые так называемые преданные приходят к Шриле Прабхупаде и начинают спорить с ним. То есть, почему такой строгий? Вот видели Шрила Бхактивинода Тхакура, звал каких-то киртани из Шантипура, они пели там раса киртаны, а вы запрещаете, почему так? И Шрила Прабхупада сказал, о Кришна. Они не понимают Шрила Бхактивинода Тхакура, вы глупые. Бхактивинода Тхакура никогда не одобрял этого. Ну как мы же видели? Вот мы в нашей жизни своими глазами видели, он звал вот этих киртани из Шантипура. Он сидел и слушал. И все люди материальные приходили, слушали, танцевали. А Шрила Прабхупада сказал, что вы никогда не видели Шрила Бхактивинода Тхакура. Вот всей своей жизни. Как не видели? Вот сидел тут. Нет, вы не видели Шрилу Бхактивинода Тхакура. Вот они не поняли, что он хотел иметь, что он имел в виду. И также в Калькутте, на Ультаданга, на улице Ультаданга пришел какой-то ученый. Он думал, что Шрила Прабхупад это сын Бхактивинода Тхакура. И Бхактивинода никогда в своей жизни так не говорил. И Шрила Бхактивинода Тхакура тоже не говорил, что это его сын. Это не их сын. Говорит, что этого отца знаю хорошо последние 20 лет. Я был в вашем доме на Маниктале, и он говорил. Просил меня читать Гиту, и вот читал, он слушал. Но Шрила Прабхупада говорит, сказал опять, что вы никогда не видели Шрила Бхактивинода Тхакура. Он говорит, нет, я с этого, Бхактивинода Тхакура, мой хороший друг, ему часто домой ходил на Маниктал, а Прабхупада говорил, нет, вы его не видели.
этот ученый говорит, нет, я его видел много раз. Нет, вы не видели. Как ты вообще предан или кто? Я же говорю, я видел его там часто, в гости мы ходил, читал где-то, он слушал, а ты говоришь, что не видел. В общем, обиделся, ушел. Еще Прабхупад засмеялся, что не понял то, что я хотел сказать. Видеть каким-то с материальной точки зрения, это не настоящий даршан вайшнава. То есть он высокий или не очень высокий, полный, худой. Это не вайшнава даршан. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, что вы никогда не видели Бхактива Такура. Видеть вайшнава значит осознать его наставление, его учение. И вот это есть настоящий вайшнава даршан. Ишила Прабхупад говорил, что Бхактивинода Такура никогда не одобрял это в своей жизни. Но они говорят, нет, мы видели, но смотрите, Ишила Прабхупад объясняет. Это у него была такая тактика, с помощью которой Бхактивинода Такура он хотел освободить этих обусловленных душ. Бхактивинода Такура пригласил этих сахаджиев с Шантипура, и Бхактивинода Такура сидел там и повторил Харинам. And that kirtan going on. Bhaktivinoda Thakur not singing, hearing even a single word of that Sahaja Kirtan. But they think Bhaktivinoda не слышал, но люди думали, что он слушает. Not hearing Bhaktivinoda Thakur doing his Harinam Kirtan. Харинам был полностью погружен в этот Харинам. И все глупые люди, которые мимо проходили, думали, что он одобряет все эти сахаджийские киртаны. It was one kind of technique, one unique procedure through which Bhakti Thakur wanted to deliver this fallen soul. Because common people in market, they are not at all ready to come in front of Vaishnava. See, he used to arrange one Sahaja Kirtan by playing Kirtan Kirtan. And automatically they attack them, they can come and watch Bhakti Thakur. They can see Vaishnava, Bhakti Thakur. They can get that whole soul. They can get some sukriti. И вот таким образом Шрила Бхактивинода Такура так действовал, давал свое общение. То есть он не общался с этими сахаджиями никоим образом. И когда Йогапит был инаугурацией, открытие Йогапитха, то есть один сахаджия, devotee came from Santipur. Шантипура приехал. So-called Bhakta. Those people, they know he's a great devotee. Его все знали, что он великий преданный. Ну, так называемый преданный. Вот он совершал киртан, плакал там, и он почему так позвал его. And night time that man going to boat, he is so bairagi, detached. He is showing that I am so detached, so much detachment I have that I cannot stay in temple. I can stay in Ganga, floating, one boat. But night time some devotee going to give prasadam. И вот он, этот так называемый преданный, он был так. We hear some voice of woman inside that boat. Now Prabhupada saying this is the condition of devotion. Так сказать, this is the condition of devotion all around. Я видел такую, как сказать, ну. This is the condition of devotion. У него обед был не спать. So how you can expect to get your association? На лодке, на Ганге там. А в этой лодке еще любовница его была, почему спал на лодке, а из себя я строил такого там великого преданного. Both dangerous. So you have to depend upon Balaram, Nityananda. То есть мы должны зависеть от Господа Баларама, от Нитянанды. You have to cry day and night. And develop молиться ему, чтобы. You must maintain all your purity. If you go on speaking, you can go mad.
If I go on speaking all about purity, how to get pure association, you can go mad. Чтобы обрести чистое общение, мы должны молиться Господу Баларама и очень должны соблюдать множество правил чистоты, которые достаточно запутаны. Например, мы готовим, если... We are getting cylinder, gas cylinder. То есть, если приносим какой-то, например, это цель. But you cannot expect this thing. You cannot баллон с газом, баллон с газом. Everybody bound to be. Ну, как бы все покупают. Лучше, конечно, не готовить на этих. He is cooking beef. Этих газовых баллонах, но поскольку эти цилиндры газовые, они постоянно циркулируют, могут убить мусульман, где они мясо кровь готовят, может в каком-то отеле быть тоже, там одно мясо готовят, и потом к нам попадают, и вот эти цилиндры, по крайней мере, надо помыть перед тем, как меняем его. И вот поэтому Махараджи многие спрашивают, почему мы не получаем силы, не получаем энергии достаточно. Но Махараджи говорит, что много всяких таких. Ну, правил, которые нужно следовать, но мы не следуем им. Но многие преданные спрашивают, Шрила Прабхупада, сможем ли мы достичь Кришны в этой жизни? Шрила Прабхупада говорит, да, можем, но вы должны следовать чистым вайшнавам, вы должны продать себя чистым вайшнавам и следовать их наставлениям. И вот. То есть вы должны поддерживать как внешнюю, так и внутреннюю чистоту в своей жизни. Ну, не должны соприкасаться с чем-то нечистым через там, общение с кем-то, соприкосновение с кем-то, еще с тем или иным образом. Я видел многих преданных в поезде. They are buying something and started eating. Они, ну, I see, what? Едят, что попало, непонятно кем готовленное. That man is selling fruits or something. He just 3 minutes before he took khaini. То есть, может, там, этот, ну, товарищ, который там еду какой-то продает, он какой-то наркотики ел. Even там, people cannot understand. 5 минут до этого. Some devotee requesting me very cravingly, Maharaj. You must, I know you don't take anything, but you can get green coconut here. Да, за эти кокосы, вроде кокосы не проблема, вроде. Green coconut, what problem? Они как бы нормальные, но проблема в том, что please explain me what is the problem there in green coconut? Мыть надо. I see green coconut, you see, they are cutting with a chopper, is that? Они проблема то, что ножом, который открывают, они их не моют. Green coconut? After they're saying same thing they are giving to that man. То есть, как бы, who is selling green coconut. You cut inside there is one nice sweet portion, malai. То есть, so he с этими кокосами проблема то, что они оскверняются, по сути, инструменты, которые открывают эти кокосы, их не моют. He go mad, how you think this way? Yes, it is the mercy of my Guru Maharaj. Even green coconut I cannot drink outside market. То есть, по крайней мере, можно купить, открыть, помыть, и тогда уже можно их принимать. Но какие-то мусульмане, может, ели их, и так они оскверняются. Вот, так или иначе, нашу чистоту мы теряем. А как, когда вы теряете вашу чистоту, вы не можете понять. Много всяких таких правил, достаточно запутанных, и им нужно всем следовать, чтобы получить силу из всего, что мы делаем. И вот вставать нужно рано утром, желательно до восхода солнца даже. В английском есть такая пословица, что рано встает, тому Бог дает. Ну, в английском варианте, кто рано встает, того Господь делает мудрым. Нужно вставать именно до восхода солнца, иначе дивигьяны это будет невозможно получить. Это время... And up to 7 o'clock, don't talk with anybody.
То есть лучше вот с этого времени с 3 утра до 7 утра лучше повторять Харинам и не разговаривать, поскольку вы разговариваете, вы тоже оскверняетесь толком на тонком уровне. То есть какие-то мирские разговоры они не должны быть. Чистые вайшнавы, они обычно молчат. По острой необходимости то говорят. И таким образом можно поддерживать чистоту речи, чистоту взглядов. Слушать нужно чисто материальные звуки, это уже следующая большая тема. Вот могу шутку в пример привести. Один ворон ворует там, с дома к дому ходит и ворует. Парампара, его новый такой. Ну его там отец воровал, дед воровал, прадед воровал, и таким образом такой потомственный вор. И вот отец сказал ему перед смертью, вот сказал, о, никогда не общайся со святыми, никогда не совершай садусангу. Если ты будешь совершать садусангу, как-то наш бизнес, он остановится. Не надо, ни в коем случае. Будь осторожен. Никаких святых, чтобы там мимо не проходило. Да, хорошо. Мы будем следовать тебе, поскольку мы очень послушные дети. Даем обед, хорошо. И вот ночью один из его сыновей, он пошел на дело воровать, холодно достаточно. И вот тут саду Бхагаватам Харикатху громко. И вот он, отец сказал, что отец сказал не слушать. И вот он заткнул уши пальцем и вот таким образом пошел. Но так иначе, по милости Кришны, когда он... В общем, он перед тем, как заткнуть уши, он там несколько слов долетело от за него, и потом я пошел на свое дело, наступил на колючку и крикнул «О Кришна!» И таким образом жизнь его изменилась. То есть садусанга на очень могущественная. И вот я могу далее говорить о чистоте, как можно очистить наш... очистить наше видение, наш как, звуки разницы между материальными и трансцендентными звуками. Вот в Макхи Сиддханте Махарадж, например, там три обезьяны сидят, они олицетворяют из себя то, что не нужно смотреть на плохое, говорить плохое, слушать плохое. Вот нужно следовать этому. И вот следующая кадыша будет Харикатха. So I like to stop here. If you have any question, and one that shloka I started with, that is. И вот шлока, с которой я начал, это она произнесена Прахлада Махараджем. Я сейчас объясню немножко. What shloka I do? И какова эта шлока? What shloka I do? What shloka I do? Смолдых ногтей. No. What spoke I started with? Махарадж спрашивает, с какого шлоки Махарадж начал Харикатху. Потому что с молодых ногтей начинают это бхакти практиковать. I also cannot remember, I speak so much. На санскрите. By association I forget. I speak two times or three times. Махарадж два раза произнесли. I mean gist of the shloka, I can remember. Суть об этой шлоке в том... Now I cannot remember by association. Вот я тоже забыл, к сожалению. I mean... И вот согласно Веданте, если вы стоите перед зеркалом, вы можете видеть ваше себя. As you are swaying, you can see something. То есть то, что зеркало просто отражает то, что. So you see,
перед ними. И также Вайшнав, он полностью самодостаточен, ему ничего не нужно, он ничего не надеется получить от вас. И вот так зеркало, то зеркало просто отражает то, что перед ним. So in front of a pure Vaishnava, так, in front также of перед чистым Вайшнавом, Бхагавана, Виграхи, если вы приходите, то есть они тоже подобны зеркалу. So it is a nice shloka Prahlad Maharaj. И вот Прахлад Махарадж говорит. Так об этом в этой шлоке. Если вопросы какие-то есть. If you have any question, then you can speak. Maharaj, we heard also one time one devotee was asking this question about purity to Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. And then, because he said now there are so many pesticides and everything in the food, so how we can offer pure things? Maharaj first said, вопрос был о чистоте. Бхарати Махараджа спрашивали. Cowherd community, so they have Yes, same thing. Как поддерживать чистоту, поскольку все осквернено, а братья Махараджи, поэтому Кришна живет в своей деревне, там все у них натуральным образом происходит. То есть, так, ну, так как в Исконе, например, все это. Ну, идеально, чтобы организуется какое-то эко-поселение, самоподдерживающееся. Because some in the city live there, and it's very difficult. But anyway, some days. То есть ответ идеальной чистоты можно поддерживать, создав на натуральное хозяйство, чтобы не зависеть от поставщиков, скажем, продуктов того и всего и всего. I also speak same thing. Even you travel, you travel. You will have to do harina. You have to take sometimes some impure things, but if you travel with the sadhu, then this will become like very small, it will become insignificant that you don't, maybe you have to take sometimes something which is not so pure, but if you travel with the pure sadhu and you associate with the holy name which is pure, then yes, I also speak same thing. Yeah. Same thing, and Srila Goswami also used to say. В общем, о том, что нужно всегда помнить о Хари, чтобы очищать то, что есть везде. И вот подобно тому, как солнце, оно очищает своими лучами все, что есть на земле. И также, если вы будете постоянно думать, помнить о Гуру и Вайшнавах и о Верховном Господе, то есть, тогда вы можете поддерживать свою чистоту. External outer in can help you. And then you, what is your question? Om apavitra apavitra. That I'm speaking. Apavitra. I'm speaking same thing. Om apavitra apavitra sarvavastha kutivya jasvaratva pundarikaksham. То есть вот в этой шлоке говорится, кто-то помнит о Верховном Господе, он всегда чист. But regarding gas cylinder, this there is no, относительно всяких баллонов с газом их все равно надо мыть. We can purify the gas cylinder. Yes, you have to wash the body. And with gobar. If we use gobar, then gobar, we have to purify. We have to find a way procedure. To, yeah. No, so otherwise no procedure. Any question? Can I ask a question about the last class, previous class? Yes, yes. So you started the previous class by saying that вопрос с предыдущей лекции. So I just wanted to ask you about in the 10th canto, 10:33-39, this verse where to cure the disease of the heart, the lust, the procedure is to hear about Krishna's pastimes with the gopis. This is how we. This is the topmost thing about thing. I can show you what Prabhupada is speaking, what Bhaktivinoda Thakur is speaking. Okay. I can show you. All I cannot speak anything. I can come and open book and see what Bhaktivinoda Thakur Prabhupada is writing. Mm-hmm. So according to that procedure, I will have to go. I am not so elevated so. Prabhupada speaking. Those who are very вот weak health, говорит, for them, strong prasadam is not approved.
Ну, у тех, у кого слабое пищеварение какое-то, ну, also, скажем, жирный просад для них он не also, like подходит. Point, я также хочу вот объяснить, вот в прошлый раз я говорил об этом. Харинам, I mean, to do Харинам, I mean. Only Харинам, if you hear from Bhaktivinoda Thakur. Only here, Харинам. Что Харинам, если вы слышите Харинам от Шрилы Бхактивинода Такура, от такой великой личности этого Харинама, достаточно, чтобы обрести совершенство. Дикша как бы уже не обязательно. Но это не значит, что вы... Это не значит, что вы не должны получать дикшу, поскольку вот в этой шлоке говорится, что вы должны получать дикшу, но с помощью Харинама вы также можете достичь успеха, но при каком условии? Условия таковы. Почему так? Только с помощью Харинама можно обрести все совершенство, и Кришна прямо... Харинам, он может дать им возможность войти в Кришналилу. То есть, но при условии, при том, что вы, у вас есть стопроцентная вера в Харинам, и тогда Харинам более чем достаточно. This procedure, Bhaktivinoda Thakur explaining, provided you have 100% belief in Харинам, only this Харинам can give you Siddhi. And if you have no то есть respect, только с помощью I mean, этого Харинама можно достичь всех совершенств. If you take diksha, that is not sufficient. So many people taking diksha. То есть можно даже видеть, что много людей получают дикшу, но никаких совершенств они не обретают. So when you are taking diksha, когда вы принимаете дикшу, diksha can give you extra facility to cut material bonds. Она дает вам Диксха can give you больше возможностей избавиться от влияния материального мира, материального, материальных оков. Evam guru pasanaika bhaktya vidya kotareno sitena dhira vibhrishya jiva svayamayam apramatto sangbhrishya atmanam atho tajyasta. From Bhagavatam, Krishna Bhagavan. Из Бхагаватам вот эта шлока. You have to cut что from the very root. Должны с самого корня all Maya, обрубить like всю майю по милости Гуру Вайшнава. Then you и can go тогда up to that level вы можете so that you can do effective Krishna seva. Возвыситься до того уровня, чтобы совершать that you are not being any seva. Эффективную Кришна сева, то есть такая эффективная настоящая сева, вы не можете начать ее до тех пор, пока вы не возвестись до того уровня, поскольку Кришна достаточно высоко, и нельзя на этом уровне настоящую силу совершать. Обмен чувством бхавой невозможен. То есть я могу это дальше объяснить. Через какое-то время я объясню более подробно. Вот говорит, что мы, ну вот Шишкала Гурудев говорит, что мы сейчас сего не совершаем, и только сукрити накапливаем. И когда ваше посвящение, но не совершенно, такая какая-то неискренность там есть, то Шрила Прабхупада говорит, что будет, ну, тогда вы с какой-то сукрити получаете. Есть два вида сукрити. Первая сукрити, она может давать вам положение, материальное богатство, Бхаванмукхи сукрити, какое-то благо вы получите. А другой вид сукрити, который даст вам поддержку на пути бхакти, и поэтому не отчаивайтесь, ждите, будьте искренни. То есть искренность — это начало всего, это прежде всего должно быть, и тогда получите садгуру благословит вас, получите харинам от него. Because Vaishnav, they like to поскольку Вайшнавы, они
хотят избежать каких-то споров, недопонимания, если... They're having some bliss inside their heart. Oh, who came and who is fighting with this thing? Go. Even Кришна Бабаджи не любит споров. Вот, например, Кришна Бабаджи Махарадж, он совершал баджан на Даграме. Если кто-то приходил к нему с какой-то проблемой, Бабаджи Махарадж сидел, вот, повторял Харинам, и вот тот приходит к нему, кланяется, он сказал, подожди, что случилось? Акон кемон ачен? Ну спрашиваю, что случилось, как здоровье там? Акон кемон ачен? Сори, бхало ачен? И вот, ну, а Бабаджи Махарадж сказал, что давай, иди отсюда. То есть ему некогда там слушать и рассказывать, как он там проживает, там, занят своим повторением харинама, ему некогда там рассказывать, что к чему и почему. И вот... Тот опять пришел к нему, поклонился, что нужно вот наставление от вас. Бажа, мне не получается, вот наставление прошу. Ну, because, в общем, сказал подождать этому преданному, поскольку он пришел к каким-то более серьезным вопросом, а не просто спросить там, как дела. Здоровье, там, давление, пищеварение и прочее. What is your question? Yes. You were speaking about Guru Padashraya. Padashraya means 100% taking shelter. Padashraya значит, если мы принимаем прибежище у лотосной. Стоп. In front of a doctor, if you are going, you don't так, например, like to disclose everything. К доктору мы должны рассказать ему все, что о нашей болезни, чтобы излечиться. In front of Baita, doctor, you must speak in detail. This was the problem. That's why I developed this. You are feeling shy. I should not speak. Doctor cannot. Because at present, that kind of doctor is very rare. Raghunath Das Goswami was sick. Some Brajavasis bring one ki Baita. He is touching him. Вот, как, например, Рагунат Дас Госвами, когда он, к доктору к нему в Раджавасе пришли, доктор сказал, что смотри, переел параманы вчера, поэтому сейчас болеет. Его спросите, Рагунат Дас Госвами сказал, да, я в уме предлагал много параманы Кришне, ну, того, чего готовил, и поэтому сейчас не сварение у меня. Только в уме приготовил, предложил и принял, в уме тоже. Но на физическом уровне он заболел. И вот смотрите, каким чувством, с каким настроением он совершает баджан. И вот вопрос. Вопрос. То есть, кто? That's why I took it's a long procedure. Yeah, so how can we actually... То есть, когда мы знакомимся, то есть это не быстро происходит. There is a solution by Northam Dabu. What Guru is speaking, вот don't try to apply your head. То есть нужно не думать на том. Don't try to apply your head, brain. О том, что говорит Гурудев, а следовать его наставлениям. Without any, без, I mean, doubt. Сомнений. Guru Mukha Padma Bhavko, you can get some harmony inside your heart very shortly. То есть, если вы полностью всем сердцем примете наставление Гурудева, то не будет никаких противоречий. То есть, нужно гармонизировать, то есть, была гармония между нашим сердцем и сердцем Гурудева, иначе может там 80 лет совершать баджан и не достичь ничего толком. Вначале всего самбандха гьян должен быть у нас. Ну, как, например, если мы женились, то или вышли замуж, мы развиваем какую-то связь и можем служить им, или, например, с детьми еще. Более яркий пример, то есть... Потому что наши дети, мы служим там с любовью, с чувством, знаем, что к чему. Так и если мы не развиваем отношения, не осознаем, кто такие вайшнавы, гуру вайшнавы, то как мы можем служить им? И поэтому самбандха гьян в начале всего. Понимаете? Еще какие-то вопросы?
Subhancha kalpadurvasya kipasindh vyabhacha pachitanang pavanabhyo vaishnabhyo namo. Babaji Maharaj, you can sing Ma mantra. Ah, I can sing. Who can cook? I am going to cook this, that, no time. Huh? I have so many seva. 1 minute. No. 1 minute. 1 minute kirtan, it takes. Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda. Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda. Siya Advaita Gadadhara Sivasadhi Gaur Bhakta Vinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda. Advaita Gadadhara Sivasadhi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you.